Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Александр. Александр, кто ты по профессии? Сейчас я пристроюсь тут чуток. Кто ты по профессии? Что ты тут делаешь вообще? Гражданская профессия, ну, она скорее приобретенная уже в Питере. Работали на реставрации, реконструкции исторических зданий в городе Санкт-Петербург. Долго работали? Ну, около 10 лет. Ты реставратор? Ну, грубо говоря, да. А что вы реставрируете? И здания? Исторические здания. Вот последний заказ у нас был церковь на Васильевском острове. Она готовилась под институт, под экономический. Ты гражданин России? Гражданин Украины. То есть ты 10 лет прожил в России, но так и остался гражданин? 15 прожил в России. Ну, как началась эта каша, я сюда приехал. Понятно. А многие не приехали? Многие не приехали, я ж не многие, я есть. Понятно. А чем ты отличаешься от всех остальных? Как ты думаешь? Не знаю. Не хотелось бы ни возвышаться, ни унижаться. Наверное, я просто такой, как есть, и все, нет больше. Ясно. Ты говорил, у тебя семья в России вся уже, да? Да, но они дольше, чем я, там, они уже лет 17. Я пока служил, вот отслужил в армии и уехал тоже. А по воинской специальности ты кто? В военно-воздушных силах служил. Кем? Ты летчик? Нет, не летчик, я аэродромное обеспечение. А, понятно. Ну и немного там по диверсиям на аэродроме. Чуть-чуть. Да, ну нас учили их защищать, потом ломать. Ясно. Хорошо, спасибо тебе, удачи. Нет, что.